Хозрасчеты бригадный подряд здесь давно. Но чтобы не было обезлички в оплате и в затратах труда, бригады создают небольшие. Географические условия в районе разнообразные. В колхозе «Родина» Юрий Петрович предложил объединить все чабанские точки в один комплекс. Объединили и решили массу социальных проблем. Люди стали жить оседло, в домах со всеми удобствами, а дети учатся в школе и живут с родителями, а не в интернатах. За 20 лет продукция животноводства по району увеличилась почти в 3 раза. Продукция растениеводства более чем в 2 раза. Хотя Астраханская область в целом за тот же период значительно снизила эти показатели.